Всем салют! Сегодня у нас фургон, да? Да, черепашка-ниндзя. Фургон черепашки-ниндзя, у которого очень много функций. Рома его давно просит. Ух ты! Каждый раз что-то в нем нажимают в магазине. Мы решили его купить. Ты уже у нас стреляешь? Но мы же мирные жители. Рома, нет! Что, будем распечатывать? Да! Давай! Я хочу черепашка-ниндзя. Вот такой огромный фургон. Здесь в наборе еще идет Леонардо. Также есть фишки, которыми стрелять. Показано, что он умеет. Черепашка-ниндзя, моя любимая. Вот такая фигурка. Черепашка-ниндзя. Да. Кто это, Рома? Это Леонардо. Леонардо, да. Черепашка-ниндзя такая. Так, теперь нужно как-то эту машинку отсюда достать. Да. Вот мы достали. Но это еще не все. Здесь еще есть вот такая штука. Да, съел. Да. И еще такие патроны. Здесь еще открывается сверху. Смотри. Оп. Классно. Ты уже проверяешь, все ли работает? В этом фургоне был вот такой вкладыш. Здесь показаны все игрушки из этой серии. Вот наш фургон, кстати. Вот такой огромный город. Город героев. Вот мы полностью распечатали фургон. Вот так вот, смотри. Есть. Вот. Только там нужно еще резиночку снять. Смотри. Пушка готова. Заправляй. Что у нас есть? У нас есть фургон. Очень классный, многофункциональный. Мы его сейчас покажем. У нас есть фигурка черепашки-ниндзя. И у нас есть вот такие монетки, которыми стрелять. Ну что, Ромчик, давай посмотрим, что умеет наш фургон. Покажем первое, что есть в нашем фургоне. У него открывается крыша. И туда, в середину, можно посадить черепашки-ниндзя. У них даже там, здесь даже есть вот такие вот сиденья, чтобы им было удобно. Складываем ножки. Вот так удобно размещается в середине Леонардо. Сюда могут поместиться все черепашки-ниндзя, если есть вся коллекция. Что еще есть? Смотри. Здесь еще открывается боковая дверь, чтобы можно было удобно сюда заходить. Он может встать и выйти. Видел? Смотри, открой там двери и достань черепашку. На крыше фургона есть пушка. Пушка может вертеться 360 градусов. Смотри, вот там противник. На всех попало. Если на крышу залез противник, его можно пушкой сдвинуть. Давай.
еще есть? Ковш такая штучка. Вот, еще есть ковш. Если нажать кнопочку, он открывается. Сюда можно заживать какого-то противника. Тебя сейчас съем. Давай попробуем на Леонардо. Он у нас сегодня в качестве... Сюда. Положи его туда. Ну, помещается Леонардо. Поместился. Заживал его ковш. Вот так. Так. Также есть вот такой вот монета-стрелятель, да? Сейчас мы попробуем сбивать Леонардо. Ух ты! Ух ты! Попробуй его сбить. Зарядили. Давай. Ты знаешь, что оно еще и вверх может стрелять? Давай, заряжай. Стреляй вверх. Ты знаешь, эта машинка не молчит. Она еще и музыкальная. Ищи кнопочку. Нашел? Нажимай. У нее должно быть 20 фраз. Как будто стекло бьется, да? Вот такой суперский фургон. Ready, aim, fire! Можно все в середину поскладывать и закрыть. Вот и у Ромы теперь есть такой фургон, да? Да. Подписывайтесь на мой канал, Рома, я забываю ставить.